Всем привет! Представляем вашему вниманию балансир компании Aqua «Бычок». Бычок рассчитан на водоемы, где мелкая кормовая рыба, такая как тюлька или сниток, держится на значительных глубинах, и где легкие приманки небольшого размера просто не работают. Энергию движения приманки гасит давление водяного столба. На больших глубинах бычок чувствует себя превосходно, уходя более чем на полметра от точки покоя. После разворота и возвращения в исходную позицию как раз и следует поклевка. Бычок выполнен в 9 расцветках и представлен в двух размерах – 48 мм весом 8,5 грамм и рабочей глубиной до 3 метров, и 57 мм весом 13 грамм и рабочей глубиной до 5 метров.